Азбука грамадзяніна. Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі сумесна з юрыдычным факультэтам ГДУ імя Францыска Скарыны сёння прэзентаваў новы адукацыйны праект. Дзелавая гульня заклікана дапамагчы моладзі разабрацца ў дзяржаўным упарадкаванні Беларусі. Правілы вывучала Ганна Каральчук. Сёлета ў нашай краіне адбудзецца важная палітычная падзея – выбары дэпутата ў парламент. І безумоўна важна, каб у галасаванні за кандыдатаў прыняло ўдзел як мага больш людзей. Звярнуць увагу моладзі на ўпарадкаванне і функцій органаў улады, а таксама павысіць электаральную актыўнасць юнакоў і дзяўчат вырашылі ў БРСМ. Так і з'явілася ідэя азбукі грамадзяніна, гульні, падчас якой маладыя людзі пачуюць сябе ў ролі дзяржаўных дзеячаў. Яны будуць прыцягнутыя да рашэння пытанняў, звязаных з палітыкай и выборной кампанией. В формате интерактива деловой игры в течение 45 минут объяснять молодому человеку о государственном устройстве нашей республики и о работе парламента. Что немаловажно, в нашей деловой игре молодые люди примеряют на себя роли важных политических и государственных деятелей, и мы с помощью моделирования различных ситуаций, их взаимодействия с друг с другом, начинаем их вовлекать в процесс работы парламента. Допомогла у реализации проекта адукационная клиника «Живое право», якая уже больше за 10 годов працует при юридичном факультете ГДУ имя Франциска Скарыны. Серед ее задач – правовая света громадства. Студенты рыхтуют и проводят интерактивные тренинги, присвеченные юридичной письменности. До того же занятки по принципу «ровный научая ровного» завсёды эффективные для ободвух боков. В школах, средних, специальных учебных заведениях, даже в вузах иногда, в прошлом году у нас было договорено с медуниверситетом, наши студенты выступали в роли учителей, так преподавателей. Там всегда такая актуальная тематика. И это вот, с одной стороны, является таким важным условием для правового просвещения наших граждан и профилактики различных уголовных и административных правонарушений. С другой стороны, опять же, повторюсь, это такая важная составляющая практика ориентированности, поскольку, сами знаете, как говорят, что лучше все учишься, когда учишь кого-то другого. На презентацию проекта запросили первых секретаров и головных специалистов территориальных комитетов БРСМ, как после яны могли стать модераторами гульни и по сценарию провести ее во всех районах Гомельской области. Головную увагу нададут полнолетним наученцам колледжу и студентам, и тем, кто в ближайший час будет голосовать у першиню. Плануется, что в наступном году выйдет новая версия азбуки громадзянина, присвеченная президентским выборам. Ганна Каральчук, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».